В Нижнем Тагиле суд отправил под домашний арест до 6 января следующего года бородатого агрессора по имени Узаян, который с подельниками практически под окнами полицейского участка на проспекте Ленина устроил крутые разборки с парнями, одному из которых он до крови разбил нос, а его подружке, снимавшей все происходящее на телефон, угрожал разбить мобилу. Вместо этого видео внутри автомобильных терок в стиле лихих 90-х разлетелось по соцсетям и дошло до главы СКР Александра Бастрыкина. Но это уже частность. После инцидента полицейские отловили всех соучастников и позже в комментариях сообщили о том, что все они граждане России. Более того, они когда-то дружили, но потом оказались врагами после семейно-бытового конфликта и предполагаемой кражи. По версии силовиков, парень с разбитым носом расстался с возлюбленной. Бывшая дама его сердца, 35-летняя женщина, не смогла по-мирному поделить секс-бойфрендом совместно нажитый домашний скарб. Сообщила о краже в полицию и, вероятно, пожаловалась своим общим знакомым. 1 ноября товарищ Узаян с приятелями подкараулили парня возле дома на проспекте Ленина. И когда тот с друзьями и новой подружкой сел в автомобиль, не по-детски прессанули молодежь. Мужики вламывались в салон Мазды, требовали выйти по-хорошему парня из машины и поговорить по душам. Тот заортачился, получил по носу и полагал, что этим дело и закончилось. Но не тут-то было. После огласки Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. И теперь товарищ Узаян встретит Новый год, хоть и под елочкой, но как минимум без права переписки с друзьями в соцсетях.